Сегодня много говорится о новейших достижениях медицинской науки. Но как добиться их внедрения в практику? Один из путей решения этой проблемы – создание многопрофильных больниц, например, таких как 83-я клиническая больница Министерства здравоохранения СССР. Плановое поступление пациентов, приезжающих сюда со всех концов нашей страны, осуществляет созданное специально для этой цели центральное отделение госпитализации, оснащенное компьютерной техникой и современными средствами связи. Приемно-диагностическое отделение. Здесь проводится первичный осмотр поступившего пациента. Оценивается степень тяжести его состояния, выявляются сопутствующие заболевания. Уточняется диагноз. Главная особенность приемного отделения 83-й больницы – его широкие консультативные возможности. По сути, это микрополиклиника, в которой ведут прием специалисты самого разного профиля. С первых минут пребывания в лечебном отделении пациент чувствует заботу и внимание. Продуманный интерьер, обстановка, близкая к домашней, могут оказывать влияние не меньшее, чем самые современные лекарства. Подразделениями больницы руководят опытные врачи, доктора и кандидаты медицинских наук. Заведующий отделением осматривает каждого поступившего больного, определяя необходимый объем диагностических исследований и лечебной помощи. Если состояние пациента внушает опасения, его помещают в палату интенсивной терапии, оборудованную специальной контрольной аппаратурой. Сложные формы нарушения сердечного ритма – одно из грозных осложнений, возникающих у кардиологических больных. По сигналу тревоги спешат на помощь врач и медицинская сестра. Немедленно начинается внутривенное введение лекарственных препаратов. Но возможности терапевтов не беспредельны, и в ряде случаев пациент нуждается в помощи кардиохирурга. Современная кардиохирургия может гордиться многими своими достижениями. В их числе и этот небольшой прибор – электронный кардиостимулятор. Вшитый под кожу и соединенный тончайшими электродами сердечной мышцы, он восстанавливает правильный ритм работы сердца. Но операция эта эффективна при условии, если она выполнена вовремя. Потому-то и важен постоянный контроль за больными с риском развития аритмии. Палаты интенсивной терапии созданы также для пациентов с заболеваниями органов дыхания и тяжелыми неврологическими расстройствами. По сути, это специализированные реанимационные подразделения с персоналом высокой квалификации, оснащенные аппаратурой для поддержания важнейших жизненных функций. Важнейшее преимущество многопрофильной больницы – мощная единая диагностическая база, в равной степени доступная пациенту любого отделения,
и позволяющая обеспечить тесное взаимодействие различных диагностических служб. Вот пример такого сотрудничества. Врач-эндоскопист, осматривая дыхательные пути, берет биопсию, кусочек ткани, подозрительный на злокачественную опухоль. А контролировать положение аппарата помогает врач-рентгенолог. Такое сотрудничество значительно повышает информативность исследования. Целительные свойства лазерного луча, его стимулирующие влияние на заживление ран и язв широко известны. В этом кабинете с помощью излучения лазера лечат язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Излучение подается к язве по световоду, проведенному через канал диагностического прибора эндоскопа. Таким образом, врач имеет возможность непосредственно наблюдать за ходом лечения. В диагностических службах больницы при составлении программ обследования принят скрининговый подход с использованием наиболее информативных методов. Таким на сегодняшний день является ультразвуковой метод, позволяющий диагностировать злокачественные опухоли на доклинической стадии. После оценки данных УЗИ врачом составляется алгоритм дальнейшего обследования пациента, нередко включающий ангиографию. Метод представляет собой сочетание хирургических манипуляций с рентгеновской регистрацией данных и позволяет по состоянию сосудистой системы внутренних органов поставить точный диагноз. Заглянуть в буквальном смысле вглубь организма человека, увидеть очаг поражения задолго до того момента, когда разрушения примут необратимый характер, позволяет компьютерная томография. Она открывает святая святых, тайны мозга. А там, где бессильны другие методы обследования, на помощь приходит радиоизотопная диагностика. Сканирование щитовидной железы с получением ее изображения на бумаге является классическим примером статического исследования. Динамические методы отличаются своей оригинальностью, простотой выполнения по сравнению с рентгенологическими и значительно меньшей лучевой нагрузкой на пациента. В этом отношении динамическое исследование печени на гамма-камере с математической обработкой данных является наиболее привлекательным. Вся информация о проведенных исследованиях поступает к лечащему врачу. Оценить компенсаторные возможности организма и проверить, насколько эффективно назначенное лечение, помогают функциональные методы исследования. Спирография, например, дает возможность выявить малейшие нарушения процесса дыхания. Видеть работу сокращающегося сердца, его полости и клапанов еще недавно было заветной мечтой кардиолога. Сегодня эта мечта стала реальностью.